И вот мы в рамках клуба «Сделано в Башкирии» сделали такие проекты, где можем рассказывать и знакомить наших людей, наших покупателей с продукцией этих участников. И один из таких дней сегодня – праздник «Деловой пельмень». Вы видите на столах три наших основных ингредиента. Это у нас с вами тесто, это у нас с вами фарш и, конечно, мука. Самое главное в нашем мире – это любовь. Администрация города Уфы, наш бизнес-шериф города Уфы, да, Дамир Фаиш Галиуллин. Это мероприятие, это возбудило мой интерес по поводу нового такого нестандартного формата, и мне захотелось действительно, и Рамир Ахимович говорит, срочно просто езжай, посмотри. Организатор серии мероприятий сделано в Башкирии. Первый цикл у нас начинается с делового пельменя. Здесь непосредственно есть возможность расширенного нетворкинга, необычного формата, когда люди будут лепить пельмени и рассказывать о своей компании. Меня зовут Гельманова Римма Басыровна, я являюсь руководителем Лагман Плюс. Мы производим полуфабрикаты мясные. У нас большой ассортимент, пельмени, колбаски, котлеты, очень много, большой ассортимент. Мы группа компании «Булат», мы являемся партнерами данного события. Группа компании «Булат» на рынке более 10 лет. На сегодня группа компании «Булат» объединяет 8 предприятий. Boom, boom.